Совсем недавно в этих местах летом выгорала даже полынь. Сейчас сюда, в Заволжье, пришла вода и дала жизнь тысячам гектаров земли. В этом году в колхозе Никольский Волгоградской области, несмотря на знойное лето, на поливных землях собирают по 40 центнеров пшеницы с гектара. Директивами 24-го съезда КПСС предусмотрено расширение орошаемых земель Поволжья на 500-600 тысяч гектаров. Задача создания крупных районов гарантированного производства зерна решается успешно.